дорогие друзья, подписчики, вообще все гости моего канала. Неделя у нас вообще была, конечно, классная в Краснодаре. Было солнце, было классно, тепло. Люди начали собирать сморчки и сморчковую шапочку. Я, конечно, тоже мечтала это сделать. Но сегодня погода просто нас подвела. И с утра у нас идет снег заждем. Он идет, по-моему, по всему краю. Ну, это ужасно, конечно. Я решила поехать в пригород Краснодара, в ближайший поселок, на мотоцикле. Я сегодня, видите, такая красивая. У меня сегодня суперский такой деревенский модный стиль. Потому что я не нашла здесь сапогов в деревне. Я поехала в таких калошах и таких классных носочках. И... Поэтому, зачем я сюда приехала? Я приехала непосредственно за сморчковой шапочкой. А будет ли она здесь, я не знаю. Ну, говорят, что она растет непосредственно не в лесу, куда я езжу обычно, а растет она непосредственно в посадках. Погнали! Да, места тут, конечно, шикарные. Грязь такая везде вокруг. Ну ничего, сейчас посмотрим, что здесь. Вон там вот впереди лесок. Куда я и собираюсь идти. Вон туда, видите? Вон туда. И цветочки, я вижу, есть в лесочке. Тут тропинки натоптаны, видимо. Люди гуляют здесь часто. Да, ну засор-то, конечно, вообще. Прям вообще. Цветочки растут, фиалочки. Цветочки есть. Лес потихонечку начинает преображаться. И уже, смотрите, какие веточки уже распустились. Классно. Это супер. Так, ну я вот только зашла сюда. Пока кроме цветочков ничего не вижу. Но уже и подснежнички отцвели. Только фиалочки вижу и все. Признаков грибов пока никаких. Ну и то, что здесь вообще когда-то обитали или могут обитать сморчковые шапочки, тоже как бы не подтверждено. Я сегодня буду здесь первооткрывателем. Если я их найду, это будет просто круто. Вот. Лес зеленеет, прям так классно. Цветочков много. Я не рву цветочки, пускай растут. Смотрите, какая прелесть. Прям распускается на глазах дерево. Оно сломалось. Тоже тут так грязно, валежника столько много. И много мусора очень сильно. А, смотрите, какая находочка. Это собачка, наверное, да? Гав-гав. Вот такие вот бывают монстрики страшные. Сейчас зафоткаем ее. Это сегодня день остатков животных. Я пока нахожу только остатки жизнедеятельности организма. Ого, а здесь вообще, смотрите, что-то копали. А может, шурфили, тоже неизвестно. Что-то такая подозрительная яма. Смотри, там что-то какая-то дыра. Что это такое? А, нет. А, там какой-то... Там какая-то железка внутри. Нет, я не полезу, можно провалиться, наверное. Травки много. Супер. И я в красивых каких галошках. Класс. Очень много крапивы. Смотрите, прям поднялась вот такая вот, как раз в таком вот молоденьком возрасте ее можно собирать и что-то из нее готовить. Прям очень много. Класс. Ладно, я не расстраиваюсь. Мы идем дальше. Мы просто даже можем любоваться цветами, которых здесь полно, фиалочек. Сейчас как раз их период. Ой, прям супер. Сейчас покажу вам цветочков, сколько много. Птицы поют. Не поют, а просто, по-моему, орут. Как-то
только я приближаюсь, начинает орать. Что тут у нас? Эх, навозник, наверное, да? Ну да. Это несъедобный. Динозавр с тепла стоит. Пойдемте, там я видела птицу потихонечку. Там, наверное, скворцы. И там. Птички. Улетали птички, что ли? Пойдем потихонечку. И заснимем красивых птичек. Слышите, как поют? По-весеннему так. Радостно, радуются весне. Я надеюсь, что уже все, холодно не будет. Сегодня последний раз, наверное, холод был. Вот, смотрите. Зацветает алыча. Может, не видно на камеру. Вот они. Начинаются бутончики. Здесь прохладно достаточно. В городе уже вовсю абрикосы цветут. Здесь только начинает. Какие-то птицы так страшно поют. Я вообще, когда сюда приехала, мне перед этим сказали, что аккуратнее в этой посадке. Там может произойти все, что угодно. А самое ужасное, что здесь могут отобрать телефон. Но мы-то с вами не пальцем деланы, да? Все нормально, здесь никого нет. В такое время в лес вообще никто не ходит. Только мы. Вот здесь очень много такого мусора житейского. Какие-то куртки, какие-то сапоги. Вот смотрите. Вот. То есть все, что угодно. Все, что угодно можно найти. Может, даже человека. А грибов нет. Грибов не видать. А, так классно, классно. Мох такой замечательный. Яркий, такой красивенький. Здорово так гулять. Цветочки какие красивые, все такое яркое, приятное. Вот бы в этом лесочке, да, найти бы сморчочки. Вот такой красивый лесок с цветочками. Класс. Просто красота. Они такие красивые. Смотрите, какая прелесть. Thank you.
Начинается у нас снег. И я нашла грибы. Та-да-дам! И это у нас опять навозники. Один. Второй. Пусть растут красавчики. Начинается снег. И надо, наверное, двигаться к выходу. Опять мокрый снег срывается. Ну что, друзья, проверила я и это место. Кроме травы и цветов, грибов я здесь не нашла никаких. То есть могу смело сказать, что в этом направлении сморчков и шапочек сморчковых либо еще нет, либо нет вообще. Поэтому я закругляюсь и иду обратно в точку отправления.